Приемная кампания в магистратуру Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова в разгаре. В этом году для желающих обучаться на следующей ступени после бакалавриата выделили 488 бюджетных мест. На обучение по выбранному направлению могут рассчитывать те, у кого уже есть высшее образование, диплом специалиста или бакалавра любого из вузов. На выбор уже опытному студенту предоставляется 31 образовательная программа, причем 13 по очной форме обучения. Все направления создаются с учетом современных требований рынка труда. Некоторая часть образовательных программ касаются предметной области образования. Это биологическое образование, историческое образование и другие. Некоторые программы ориентированы на тот или иной аспект образовательной деятельности. Это, например, научно-методическое сопровождение начального образования, организация дошкольного образования, управление образовательными системами и другие. Магистерские программы социально-гуманитарного профиля связаны с региональной журналистикой, практической психологией в социальной сфере и образования, культуры православия. Среди непедагогических специальностей также можно выделить биоинформатику и системную биологию и программу биотехнология с основами нанотехнологий. В процессе обучения студенты проходят различные виды практик, ведут научные исследования. Гибкий график обучения позволяет магистранту сочетать занятия с профессиональной деятельностью. Уже больше года я работаю в лаборатории морфологии, то есть совмещаю учебу и работу в научно-исследовательском центре. Будучи сотрудником лаборатории, я осваиваю методы исследования, которые позволяют анализировать тканевые структуры органов и тканей с применением метода иммуногистохимии. За время обучения в университете я попробовала себя в студенческом СМИ и поэтому решила продолжить обучение в магистратуре по направлению региональная журналистика. Но я свою миссию вижу в том, чтобы не просто заниматься журналистикой, но еще и продолжить преподавание. Срок обучения в магистратуре – 2 года, на заочной форме – 2 года 5 месяцев. Магистратура нужна в первую очередь тем, кто хочет углубить свои знания в выбранной профессии и планирует работать на руководящих должностях. Причем для обучения можно выбрать направление, по которому вы уже ранее обучались, а можно поступить на совершенно новое направление и таким образом получить еще одну специальность. Несмотря на дипломы, казалось бы, высшее образование, устроиться на работу все-таки проблематично. Сейчас в дипломе не всегда пишут надпись «специалист», а фразу «имеет квалификацию бакалавра». Это отпугивает работодателей и внушает неуверенность выпускникам. Магистерский диплом обеспечит будущему специалисту дополнительные конкурентные преимущества при устройстве на работу и в дальнейшем карьерном росте. Прием документов для поступления в магистратуру педагогического университета по очной форме на бюджетной основе продлится до 30 июля. По договорам об оказании платных образовательных услуг до 20 августа. Подать заявление можно как в очном, так и в дистанционном формате. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.